Давай, хука! Давай, давай, говори, говори. Говори, какой ты козёл, как ты ходишь на зеленый свет везде. Как за тебя можно пойти вообще на Кирова оказаться, потому что только по зеленым шли. Прикупил вина в рассаде. Брата, ты идешь посуду мыть? Да иду, так да и полежу. Ты нахавался? Сейчас я книжки продам. Книжки? Ага. А потом что делать будешь? Да. Что? Слушай, сходи посмотри, какой там циферки от 1 до 10 не хватает на томах? 7. Ты что, блядь, брал камеру и чисто случайно решил посмотреть? Где? Полки стоят мои, в финале. Полки. Ни хрена не видно. Там на корешке написано, не доставай. Так я не вижу где. Внизу. В полке? На полке, братан, там где полка возле шкафа. Так, братан, вот они. Вот. Так я не вижу. Мелко ж. А? Мелко для меня написано. Братан. Я не смог тебе помочь. Идешь смотреть? Да 7 там не хватает. Привет! Начинаю наш влог. Прикинем туда. Братан, а что тебе мама Wrestling не разрешает смотреть? А что тебе мама Mortal Kombat запрещает играть на приставке? Пытаться понять. Не, ну чего? Ты видел, какие там страшные люди? А там кровь еще. Ну там можно отключить кровь, если хочешь. Не, серьезно? Надо ума. Если без крови. Братан, давай ты в люк залезешь, а я засниму. В общем, ладно. В данную секунду мы хотим прийти домой. Да, мы сегодня, как всегда, курим кальян. Сегодня мы решили сделать супер крутой микс нашей молодости. А точнее моей. А точнее Дениса. Моего опыта. Какие-то эти. В общем. Никогда не задумывался, что там. Короче, сегодня мы хотим сделать супер крутой микс. А микс, точнее мы его уже купили. А микс состоит из полностью из табака, а далее, в который входит кола со льдом, чистая кола со льдом, немножко ваниль. И все? Ну и лед. Кола, ваниль. Ну холод, а то далее. Чистая кола, чистый лед и чистая ваниль. Да, ну кола сама, ну типа со свежей, свежая кола. С брызгами такими, знаешь, когда колу налил... Да, она тебе так по лицу так немножко. 90% колы, 5% ванили и 5%... Да нет, братан. Ну да. Это 20% в колы, 20% в колы, 20 грамм колы и по 5 грамм это. А Денису мама запрещает играть в мобилку. Мобилку. Итак, йоу, ребята, мы сейчас идем в Варус. В Варусе мы купим вкусную штуку под названием куриное мясо. А будем делать чеченские... Галушки по-чеченски, а не чеченские. Чеченские галушки. Ну ладно, окей, мы будем делать чеченские галушки. Ладно, окей, мы делаем просто галушки по-чеченски с чесноком. И я думаю, сегодня будет очень чесночная ночь. Да, чесночный Денис? Да, чесночный Денис.
А я забыл, как он. Добрый вечер, слушатели нашего влога. Мы направляемся в... О, можно посмотреть, как включи Wi-Fi. Кафе-подворотню. В кафе-подворотню. Wi-Fi будет. Если все будет. Я включил Wi-Fi на камере. Теперь моя камера начинает быть хостом. И мы направляемся в сторону кафе-подворотня. Что? Что? Ну, выпить пиво, да. А после чего мы будем таскать мебель. Прикиньте. У меня, типа, выпьем пиво, братан, все будет, типа, там и конфетки будут, и галушки с чесноком по-чеченски будут. А ты, короче, там потом мне ящик притащи, шкаф большой. Почти мы подходим. Мы очень рады тому, что мы идем. Мы ждали этого стола. Мы, в общем, посмотрим на писечку Дениса. В общем, мы в предвкушении удовольствия. Посмотрели мы, в общем, про Диану Барыгину. А, Шуры. Ну, посрать. Каково твое мнение? Мое мнение, мне кажется, парень просто получил ни за что срок. Да, ну нет, она же только на донышке выпила, она все помнит. Не, ну если только вот на донышке, на донышке. Она открыла пару стаканчиков. Ну ладно. Граненых. Граненых, по 250 грамм. На донышке. Ладно, в общем, почти подходим мы уже к подворотне. О Диане мы потом поговорим. О Диане мы поговорим потом. А? Нет. Старт свечи. Да подожди. Это что-то не то. А где колокольчик? Ну все, блядь. Есть. Как ты думаешь? Объясни. Как на вкус этот лимон? Ну как? Ну покисли этого. Покисли этого, подержи. Сколько не хватает? Началось! Да сука, поделись! Нормальный лимон? Дай даю. Не хочешь какой? Нет, чуть-чуть оставь. Мы с Денисом в шоке. Идем домой уже? Да. Блядь, а не поздно мы будем двигать шкаф? Да, на самом деле. Ну там, в принципе, два шкафа больших и три маленьких тумбочки. Я тумбочки, ты шкаф. А как тебе идея, в общем, смотри, берешь? Огроменный, блядь, а? Не-не-не. Я, короче, смотри, беру классную штуку под названием маркер. Маркером пишу на двери нахуй. Ты открываешь дверь и заходишь. А кто продает? Не знаю. Можем зайти узнать. Зайти? Позвонить в ночной ларек его. Ну
дуре, может, за 7 гривен можно купить. На, держи. Идем? Алло. 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 Дай, стой, подожди, да. Подожди, подожди. Помнишь счет? Завтра. Завтра. Что завтра возьмешь? На, не смотри на этого. Ого. А можешь? Поехали. Авторские права. Соль вода. Все, не надо никогда не кусайся. Слушай, чем тут, блядь, думал музыку с авторскими правами? Бля, я тебе поломаю ноги, если, блядь, будет, сука, авторские права на эту песню. Ты стал потанцевать. Ты бы что, я не знаю, блядь, подалось на пресс, стал бы потанцевать. Так, подойди, сделал все так. А что ты сделал? Улюга! Можно идти? Посмотрите на этого бомжа. Две бутылки несет. Посмотрите на этого бомжа с двумя бутылками. Вот так вот выглядит ночной Днепропетровск. Или, вернее сказать, Днепр. Днепр-сити. В общем, не, ну ты меня вообще удивил вот это. Стал и начал танцевать под старую музыку. Да пиво не болтыхает. Я тебе за это еще хотел прикидать. Легенького, чтобы ты не плакал. Братан, на меня по голове не забить, не надо. Он их схватил, бросил в машину, так просто все. Ты видишь тут громкость? Да. Где? Нажимаешь туда. Зима. Я была в зимней одежде, в сапогах, спортфетч такая, девочка-ученица. Да поверь, где ты дорала, так? Я так орала. Лариса, Лариса, что с тобой случилось? Я кричала, там, мужчина, да. И знаешь, у меня единственное, что было, у меня было царапано на лицо, а ты не можешь не кричать, и все. Я пришла домой, смотрела таким ужасом на себя, вот, в зеркало. И поверь, я не пошла бухать. Если бежать, Шурыгин, может изнасиловать. Ты шлюха. Но это я вырежу. Чего? Шутка. Смотрим дальше. Это вырвалось. Кстати, момент нормальный был, там, где она начала историю рассказывать. Заснял. А есть Колян с Анчоусами? Иди нахуй. Шурыгина. Колян с Анчоусами, ты говоришь? Да. Мне кажется, нам пора производить свой табак. Ну, идея, мне кажется, нормально. Так что ожидайте от нас Коляна. Да. Слай, хука. Боже, мы это выгравируем. 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 Выговорим. Выгравируем. Патент сделаем. И патент сделаем, и выгравируем. А, гравировку сделаем. О! Не, ну ты сложно сказал. Ладно, продолжаем смотреть. О, разжирается уже. Новая информация, ее отец педофил. Получается, сейчас ему сколько? Сейчас ему где-то лет 40, до 40. Мать ее... А прикинь, мать заявила бы заявление. 32 года ее матери. 32! Диана, если ты смотришь нас, поставь лайк, пожалуйста.
и оставь комментарий. Кстати, она еще создала свой канал после этого пиара всего. Не, ну пиар хороший. Отлично. Давай скажу, что ты меня изнасиловал. Меня посадили. На, ты же совершеннолетний. Все было обоюдно. Так, продолжаем. Уже интересный кадр. Это очень правильная цель для девушки, и я уверен, что ты можешь стать хорошей мамой. Но поверь, что для того, чтобы... Ты с тобой говоришь, надо было. Ты можешь стать... Ты можешь стать хорошей мамой. Ты можешь стать хорошей мамой. Найти хорошего парня, да? Вот. Рекламный ролик, и конфетки будут. Который выкладываешь у себя на странице, для того, чтобы немножко другое. Ладно? Рэпчик на Рубай. Мы смотрим вторую часть. Йо-йо. Дианы Шурыгиной. В первой части мы поняли, что она шлюха. Во второй части, я думаю... Смотри, смотри, а слезы не текут. Тушь уже давно растеклась. Эй, что-то столько. Не текут. А, текут. Понял? Я просто папа скажу. В прошлой передаче заметил, он был, ну, как бы немножко настроен против нее. А в этой передаче все наоборот. Интересно, что будет стрейк. Какую же сторону возьмет? Ну, третья часть это продолжение вот этой. В общем, продолжаем обзор. Так, мое мнение. Вот как я себе изначально, когда смотрел, обрисовал ситуацию. Обрисовал. Смотри. Нам чисто просто и реально... все, и тут началось вранье. Да, просто посмотреть хотя бы на эмоции, вот я еще раз говорю, с психологической точки зрения, посмотреть на эмоции, то, как она дает показания, рубль, ну, там, я не знаю, просто общается, она просто вообще каким-то покерфейсом пытается как-то вот что-то рассказать. Он спокойно сел, не да, и она зациклена на своей внешности. Да, видел, она... волосы вот это да, поправляние. Да, да, вот это вот трусит головой. Вот. Вот это вот. А смеется, когда она вообще. Как можно смеяться после того, как тебя изнасиловали, по сути дела? Еще плюс ко всему, ну как парень просто сидит в тюрьме, уже, грубо говоря, там у него интервью, там мощная ставка была, там еще до этого. Просто он сидит, он рассказывает, как есть, у него не отводятся глаза, ничего, он говорит просто то, что он, грубо говоря, делал. Только... Ну, у него даже голос не дрожит, потому что это, если бы он врал, то да-да, он, ну, как Малахов говорил. Малахов вообще, вообще иди нахер за этой передачей. Ты посмотришь, какой интересный фейс. Анна. В общем, да, продолжим. Продолжим. Сектант, часть 2, обзор Диана... Шурыгина. Шурыгина. Не, ну это украинский акцент. А, ну, с Украины. Диана, Шур... с Украины. Диана Шурыгина, яка ото, мля, як, не надо, вот это, братья, вот это, за шкиряху, и так об стенку, я шкиряху. Чё меня не позвали на ту передачу, я бы рассказал. Ото, пацик, не зря там прыгал. Малахов, зови нас на свою дебильную передачу, мы её хотя бы проведём нормально. Хоть дыркаться не будем. Абсурд. Ну единственное, что Морин, мля. Не, ну мля, ну это вообще. Да. Короче, ну, смотрим дальше. Рекламная пауза. Пытаемся подняться. Рейтинги поднять. Рейтинги поднять. А нам включили монетизацию, ставим пальчики вверх. А, да, кто не знает, была отключена. Но мы все равно снимали для вас видосы. Для вас видосы специально. Нам было не впадло. Ну, пожалуйста, кликните на рекламу. Разводик, ну, пожалуйста. О, интервью продолжаем. Стал просто вещь. Он просто единомышленник наш. Потому что, действительно, он не плакал, ничего. Он серьезно сидел, общался. Так, в натуре. В первом выпуске, как мы слышали, она говорила, типа, мы собрались сначала... Не собрались даже, мы сразу, родители приехали, и мы поехали в РУВД или КПЗ, или что там. Ну да, уехали. Короче, да. А потом в больницу. Писать заявление, снимать побои, и такая херня, да. А теперь она говорит во втором выпуске, что она поехала, ну... В больницу сначала. В больницу. Типа, снять побои. Ну что это?
Здравствуйте, меня зовут Диана, и мне 16 лет, блядь, меня нельзя трахать. Дело в том, что я сначала говорила, что я знакомилась с данным Семеновым. В сауне они сидели, девочками общались и говорили, что им, типа, мне 16, мне 17, я учусь там-то, там-то. Да. И если ты меня, блядь, трахнешь, я заявлю на тебя заявление. Напишу заявление. Заявлю на тебя заявление. Что ты меня изнасиловал. Да, да, хорошо, мне подходят, условия хорошие. Отлично, потом попадем на передачу, пусть говорят, и... Я раскручу свой нахуй канал, который она создала, ссылка на канал в описании. Нет. Скажи. Мы выставим сегодня. Одного разу невідомо коли на світі з'явився цей малий. Схоже він був на кота і на пса. Усі дивувались, усі посміхались. Кіт пес, кіт пес. Єдиний на світі є такий кіт пес. З того часу сум та журба з міста тікали, а з ними нудьга. Все місто кіт пес підняв догори.